А сейчас человек, который вырос на конфетах коробка. Постчеховские времена. Постчеховские времена будет петь вам песню «Приглашение» про Серпухов. Добро пожаловать в малый город, в лучший малый город, где можно красиво отдохнуть. Как отдохнуть, Захар сейчас изобразит. Да. Куда ты поедешь летом? Вопрос весьма непростой. Мы тщательно рекомендуем город рядом с Москвой. Он ближе гораздо, чем Суздаль. Он шире, чем Павлов Посад. Ты проведешь замечательный отпуск в 100 километрах от МКАД. Все это Серпухов. Серпухов. Все это Серпухов. В отличном супер-отеле прекрасные виды с крыльца, а утром приносят завтрак в постели 4 вареных яйца. Еще овсяную кашу и вкусного чаю нальют. Засуньте поглубже претензию вашу и ешьте, чего дают. Все это Серпухов. Серпухов. Все это Серпухов. Здание мануфактуры, художественный музей. Хочешь искусства, хочешь культуры, ходи на культуру глазей. Асфальтовые дороги, справа и слева дома. Давай же, турист, направляй свои ноги в город, что сводит с ума. Все это Серпухов. Серпухов. Все это Серпухов. Здесь тебе не Лас-Вегас, здесь круче в 400 раз. Забудь про курорты Черного моря, ага, это тоже экстаз. И всякий, кто здесь побывает, вернется сюда опять. Ведь здесь авторадио тоже вещает FM.